ЧП в железнодорожном районе Ульяновска. Накануне на улице Героев Свири на ребенка упало дерево. 9-летний мальчик с тяжелыми травмами был госпитализирован в детскую областную больницу. Бригадой скорой помощи ребенок был доставлен в приемное отделение. В условиях реанимации проведено в срочном порядке все необходимое обследование. И в экстренном порядке ребенку было выполнено необходимое и своевременное оперативное лечение. В данный момент состояние ребенка тяжелое, но стабильное. Он находится в реанимационном отделении, где ему оказывается необходимая интенсивная терапия. В обстоятельствах ЧП сейчас разбирается Следственный комитет. Ульяновским следственным комитетом по факту халатности должностных лиц возбуждено уголовное дело. Проверяются обстоятельства травмирования ребенка. Расследование уголовного дела продолжается. Напомню, в воскресенье в регионе был объявлен желтый уровень опасности в связи с сильным юго-западным ветром с порывами до 21 метра в секунду. Глава Ульяновска Сергей Панчин поручил оказать семье пострадавшего ребенка всю необходимую помощь.